Нет, я не пьяная. День рождения Яны нет, не отмечаю, потому что я с Яной мало общаюсь, ну, мало общалась, и поэтому, как бы, ну, она позвала тех, с кем она постоянно общается, и я на нее не обижаюсь, как бы, все окей. Мам, что, тебе лучше? Да, давай, возьму. Что, плачешь? Нет, 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 я просто возьму, но ты придешь потом, все равно домой пойдешь, ляжешь, да? Ну, я тогда не буду пойти уже. А зачем тебе она нужна? Она у меня просто будет. Ну, ты что, утром пойдешь, заберешь? Лёх, что с Алёной в итоге? Соленый? Да. Ну, болеет она. Не вирус. А, не корона. Нет, просто у меня уровень, я спрашиваю. Да, не корона там. Да. Спокойной ночи, Илья. Больше поликовала она? Нет, просто не работает сама техника. Походите, скажи, что время. Часа? Чтобы вы понимали, сдирают сейчас нарощенные ногти. Вот ты мне говоришь, тебе на проект прийти, а фотки твои есть? А видео есть? Такое ощущение, знаете, что вот так вот иногда пишете, я приду к тебе на проект, как будто я здесь с каждым, кем попала, собралась устроить отношения. Вы что, гоните? У всех забирают, кроме СССР телефона. Или там, мне нравятся мужики, которые... Селена, давай познакомимся. Заходишь на ее, на его инстаграм и смотришь ни одной фотографии, видео. С кем, блядь, познакомиться? С кем пойти? Чё? На стёбе там, что ли, находитесь? 32, это не значит, что я такая, знаешь, побежала, блядь, с кем бы попала, построила. Хер на ныбе. Ну, Лена... Ну, игнорировала, окей, мне пофигу. Может, не заметила. Может, обиду таит, потому что когда была такая ситуация, что она же мне писала, мы с ней переписывались в WhatsApp по поводу Лёши, и Лёша попросил, ну, как бы, не то, чтобы попросил ведущий, Лёша попросил, чтобы мы с ней не общались, потому что, как бы, чтобы не давали надежду. В итоге Лёша едет за периметр, чпокает Милену и говорит, я приведу ее на периметр. А я как бы девочке написала, типа, слушай, как бы, ну, не приходи, потому что, ну, как бы не пиши мне, потому что я как бы, ну, не собираюсь, как ты не являешься участницей проекта, да, тебе сдавать, ну, сливать инфу, что и как. Вот. И, естественно, конечно же, она меня обиделась. Я не могу не грызть ногти, потому что меня бесит. Я хочу сгрызть эту шлак. Почему номер написать? Что у меня с волосами? Сейчас буду окрашивать. За мат, да, есть штраф и предупреждение. Нет, а то я буду бить на лбу белую луну. Это в честь моей бабушки, потому что моя бабушка – это тот человек, который с детства первый компьютер она мне купила, ну, нам с сестрой купила, первые путевки в Барселону – это все она. То есть, если мои родители в таких консервативных взглядах, и они всегда как-то, ну… Ну, как сказать, не очень любили эксперименты, то моя бабушка всегда за эксперименты. И она приютила на даче сейчас 27 кошек, там питомник бездомных кошек, каждый день их кормит, а кошки это лунные животные, и в честь своей бабушки я буду бить татуировку на лбу. В виде луны, белой луны. И она будет ассоциироваться вместе со своей бабушкой. Я считаю, это достойно и не стрёмно. На ябу не действуют штрафы. Ну, я бы просто безгранично богатый человек, поэтому мне кажется, ему это не действует вообще абсолютно.
спортом занимаюсь, да, занимаюсь, но сегодня сожрала 4 куска такого прям отборного мяска с этим, с кетчупом. Заточила так, заточила. Набей уже имя бабушки. Бабушку мою зовут Анна. Вот, поэтому я думаю, что набью, наверное, да. Потому что бабушка моя, это для меня вообще просто, это моя жизнь. Я хочу вообще бабушкин поцелуй набить себе под сердцем. Почему не на тусе у Яны? Потому что с Яной я мало общалась, с Шафеевой. То есть, ну, как бы я не был, ну, как бы я не особо с ней много общалась, как девчонки. Поэтому я на нее не обижаюсь. Ну, мы с ней хорошо общаемся, в хороших отношениях. Ну, как бы, ну, позвала и позвала. Что тут такого? Я тут с друзьями своими кайфую. То есть у меня Клава вообще, это моя просто best of the best подружка. Максим, и я вообще не обломалась. Да, вообще просто. И как бы я не обломалась, что я осталась здесь. Здесь тоже, как бы, ну, какая разница там тут. То есть, смотри, какой-то туннел будет потом. Не буду я жалеть, то что это бабушка будет моя ассоциироваться. Бабушка для меня все сделала в этой жизни, я считаю. И я ей безгранично благодарна. И ей будет очень приятно. Татуировку можно свести, тем более луна будет белая, и все окей. Ой, все, давайте, Леонидовна, вы мне не будете советовать. Дети нет. Слово. Не знаю, как всем, по-моему, татуировка кайфная. Да, мне нравится. А что за туса у Шафеева? У нее сегодня день рождения. Смотри под глазами. Я не могу стереть ничего под глазами. Вообще под глазами тереть лишний раз нельзя. Пускай отсохнет, само отвалится. Привет, Алексей. Как синяки? Какие синяки? Как на дом 2 попасть? Ребят, вы не поверите. Открывайте интернет. Заходите на Google и пишите, блядь, по как попасть на дом 2. И прикиньте, там вылезет официальный сайт дом 2. И там... Есть вся инструкция, как попасть на дом 2. Конечно, лучше прийти к кому-то и говорить то, что ты будешь 2 симпатии. Вот так работает. Селене приходи, по проходной билет. Селене лучше не приходить. Карта тройка в метро. Селене лучше не приходить, точнее, приходить только достойным, потому что недостойных сливают через неделю. Я сливаю лично через неделю. Всегда тебя смотрю, поэтому переживаю. Все нормально. Не хотел приехать в Махачкалу. Вот знаешь, я вот всю жизнь мечтаю переехать в Махачкалу. Зарезать там барана. И жить с кем? С Махачкалинцевым. Я не знаю, как это называют. Знаешь, Олега за... Дагестан. Дагестан. А над горой... Нет, Арар... А, нет, Армения. Это Армения, подождите. Что-то там про Дагестан какая-то песня тоже была кайфная, не помню. Знаешь, Олег, у меня просто тут на заднем фоне, это как его, мама Ильи Ебарова поет. Вот кто бы знал. Сама мама Ильи Ебарова. Отличная женщина вообще, очень на юморе, обожаю таких. Когда уходила, почему не ушла? Потому что меня вернули, и я пришла. Так, приезжай ко мне.
Певец, красавица, в Махачкалу, да, знаешь Олега Зарудского из персонала. Зарудского. Чего? Какого Зарудского еще? Из персонала? Зарудского. По-моему, не знаю, знаю, не помню. Знаю или не знаю. А, была в Костроме, да, была. Ты красота, что в Дагестане. Махачкала, да. Так, Вацок, завтра смотрите сториз, где она извиняется за Махачкалу. В смысле извиняюсь за Махачкалу? Я люблю Махачкалу, я люблю... У меня много друзей с Махачкалой. Селена, что с тобой? Кто-то обидел. Кто меня обидел? Кто меня не обидел? Блин, просто косички расплюнули. А не хотите мне сделать сменку случайно? У нас просто запись уже. Яна и Захар вместе, не скажу. Сколько лет Юрия Жукова старше Игоря? Не знаю. Дербент. О, у меня с Дербент подруга есть. У меня? А вы с развратом? Я сейчас отдам. Ну все. Как ты стала со мной общаться, Ивана? Ты спать хочешь? Нет, в Астрахани приедешь. В Астрахани я была на рыбалке с мужиками. В Астрахани была. Ой, мама дорогая, это жопа, конечно. Это такая жопа. Мы приехали, какой-то там, не знаю, там, как его, база отдыха, значит, приезжаем. Я и мужики, я и 7 мужиков приезжаем на базу отдыха. Короче, там бассейн, а на бассейне змеи, реально змеи вот так вот там лежат на солнышке греются. Я, конечно же, подохренела, но рыба классная. Ты куришь, да, блядь? Вот сижу косяк, нахуяриваю себе вот здесь, вот где-то спрятался. Приглашаю еще раз на рыбалку. Обязательно. Мне очень нравится в Астрахани. Икра там отборная. Если ты мне с собой килограмм икры отвалишь еще с собой, я обязательно... И шубу мне, пожалуйста, заодно. Шучу. Так, Ростов-на-Дону тебя любит. Ростов-на-Дону, я вас тоже люблю. Это в Астрахани икра? Заебись, ебалась. А, икра, она заебись, нормально. И нормально, все хорошо. Белоснежка и Симгнов. Именно так было, блядь, Грэнд Бэнк. Я и астраханские мужики. Сколько мата, Селенушка? Мата мало не бывает. Валера Зубков с тобой смотрится. Валера Зубков меня заебал, блядь, со своим массажем уже. С Махачкалы есть шанс пропасть на проект? Нет, наверное. Вопрос задан не про косяк. Я курю... Ночью под забором мама назвала меня вором. Кто ты взяла? Что, с чего ты взяла, что кому-то нужна? Ну вы же, блядь, мне пишете, значит, я вам нужна целых, блядь, сколько? 56 человек. Уже результат. А раньше был максимум 2, а уже 56 прилетело. Я родилась в Калуге, потому что до Москвы меня не довезли. А потом папа, когда уже, знаешь, закончился всей этой воровской жизнью, мы переехали в Москву, и с 3 лет я в Москве. Все зашибись. Это самое топовое эфир, надо говорить. Когда папа закончил, вот это самое, понятно. Так пускай сделает массаж, вы смотрите. Я не буду делать Валере массаж. Где он, а где я? У меня 30 тысяч подписчиков, у него 1000 максимум. Пускай хотя бы до 1 000 000 дойдет. 13, а у меня 30. Ебарову нужна Алена, пусть с ней сойдутся. Да, действительно. Максу в жопу пошлют, короче, сейчас такие. Максим, извини, но вот мы тут поняли, мы друг друга полюбили. Дайте ссылку Шафеевой. Ребята, все просто. Шафеева Яна. В интернете набирайте официальный инстаграм. Да нахуй никому не нужна старая, страшная, грубая. Я как мужик ругаешься. К-к-к. Окей, тогда какого хера ты делаешь на моем эфире, раз я так ругаюсь? И я старая, стрёмная, кому не нужно. Иди подрочи в туалете и успокойся уже. Ты Безосу пиздец как хочешь. Да вообще просто, я просто с утра встаю и мастурбирую на Безосу Лёши. Вот просто, не знаю. Встаю, блядь, нахуяриваю себе пальцем для посинения, чтобы клитор отвалился, блин. Ребят, ну что, гоните? Так, покажи, с кем ты. С людьми.
тобой жить, возможно, ты несерьезно шляешься по шоу. Я вообще еще та. Я делаю деньги, делаю бизнес, понятно? Я не создана для кастрюли борща, я создана для бизнеса, творчества и отношений. Не нравится? Найди себе там тихую женщину, там, не знаю, сиди. Чё ты меня на эфирах ошиваешь? Ты чё думаешь, что чтоб твоего мнения я пиздец сейчас взяла и поменялась? Нет. Не матерись, я не матерюсь. Ты на поляне? Да. Она Моргенштерн с киской. Аха. Песни про оленя. У оленя дом большой, он смотрит в твое окошко, заяц побежит. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, заяц по полю бежит, дверь ему стучится. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, заяц, заяц, забегай, руку ты давай. Хорошо, Алексей, РУ-ТВ, блядь, какого хера ты делаешь на моем эфире? Съебись, пожалуйста, уйди, не пиши мне здесь. Уйди, дверь закрой, у меня теперь другой. Чё ты тут, вот не знаю, вот тебя блевать от меня тянет, чё ты тут тусишь? Селена, покажи ребят. Ребята, хватит. Ой. Я буду бить Луну. Я решила, я буду. Я могу ее, кстати, сюда позвать. Не надо. Это примером было. Посмотришь, подумай. Хочешь, позови. Ну, я сейчас тоже сюда скажу. Да, окей. Про оленей? Я не помню. Семен, есть сишка. Блядь. Не буяй. Знаешь что, вот с тебя сишка в следующий раз, понял, Макс? Подожди, слышишь? Я тебя могу только, когда у тебя воздержание будет. Подожди, айсмен, не уходи. Ну-ка, покажи свое лицо. Вы посмотрите на этого. Давай. Мне так плохо. Да. Вот этот, короче, двоюродный брат. Кто еще с Махачкова? Сколько у вас подъем? В 9 утра. Не буду я с мечети ничего бить. Вообще-то в мусульманстве запрещены татуировки, Алё Гараж. Что с ним? Он красит свои волосы. Я так плохо, одиноко. И что же ты за Махачкалы? Мне не важно, откуда ты. Главное, чтобы ты мозги мне не выносил, по поводу того, чтобы показать телефон. Куда ты пошла? А с кем ты пошла? А с кем ты переписываешься, блин? Не дрите мой мозг. Почему не спишь? Угадайте, почему. Сейчас. Ну, как бы поняли, да, с этим спать невозможно. О, в Белгороде дождь. Никогда не была в Белгороде. А это где? Сергей. Угу. Не знаю, чего так у меня мало подписок? То есть у Янки Шафеевой тусят, что ли? Да. Селена, я в настроении. Куда ты вышел? Ну, такое себе. Ильдарчик, конечно. Я ожидала большего. В Инстаграме он совсем по-другому смотрелся. И, в общем, мне кажется, это не мой пассажир. Но я с ним пообщаюсь.
По нации я китайка. Кто меня укусил? Сейлор Мун. Ночью за жопу укусила, я луну себе решила нарисовать. Мне нужно открыть ногти, потому что у меня здесь нарощенные ногти. Слушай, чтобы ко мне прийти, ты хотя бы напиши, кто ты, что ты. Марина ни с кем. Образование у меня высшее. Мне нужен мужик. Вы что, гоните? От кого я рожать собралась по-вашему? От Святого Духа, что ли? Или от луны своей на лбу? Я люблю в себе все. Знаете, что я себе больше всего не люблю? Это скромность иногда. Она меня бесит вот прям. Скромность и неуверенность порой. Вот это моя самая любимая. Остальное все моя любимая. Из трех парней более-менее нормальный Ильдар. И то, мне кажется, это не мое корыто. Адель, да, ушла. Нет, в смысле, вообще есть. И откуда знаешь, что Серега слился? Ну, есть она бьютик сюда. Угу. Звезды не сошлись, наверное. Ну, знаешь, чего Серега слился. Да? Селена, сколько зарабатываешь примерно? Хуйню зарабатываю. Чтобы вы понимали, я оставила свой бизнес, оставила просто все за периметром, чтобы прийти сюда построить отношения. Потому что за периметром я думала только о работе. Мне вообще было не до отношений. Я пошла на такие условия, что вам и не снились. Так что за периметром на мне лежало все. Обеспечение моих родителей, бабушки, содержание дома, квартиры, машины и так далее. Так как я карьерист, я решила разобраться в себе, прийти построить отношения. У меня здесь не получается. Я как бы, не знаю, вроде пытаюсь присмотреться к парню, пытаюсь как-то это посмотреть, но не получается. Ну, жду, конечно, своего принца на каком-нибудь уже коне, но этого не происходит. На дом 2 сколько платить? Я пока не скажу. Когда выйду за периметр, когда перестану быть участницей, все расскажу обязательно. Пока что это тайна. Так что ждите моего ухода. Хотя мне уже говорят, что если не построить эти отношения, меня через 2 недели отсюда выпизнут. Ну, так говорят. Но я пока ничего не знаю. И за то, что я набила луну, меня считают, типа, я это, конченая. Сейчас прям минуточку, да. Какой уровень обычный? Не помнишь? Mm-mm. Но мне нужен холодный. Потом. Нет, ребят, не оставлю ногти, потому что я не хочу сидеть с этими уёбскими ногтями. Плакала сегодня? Нет, не плакала. Я сегодня орала, как не в себя, истерикой.
Если у меня Оля Бузова говорит, своим мнением все понятно. Я говорю, а что с понятно с моим мнением? Она говорит, своим мнением все понятно. Не дали мне высказаться, я сегодня не поняла Олю Бузову вообще. Мне было очень неприятно. Я сегодня с ней закусилась. Ну, как закусилась, блин, не поняла. Мне прямо я психанула, вышла с шоу. Ну, в общем, увидите на ББ в следующее воскресенье. Мне предъявляют за то, что я не строю отношения, предъявляют за то, что, типа, вот, Эльдар пришел, вот ты не хочешь с ним там построить отношения, а я смотрю на этого пацана и понимаю, что я не хочу с ним серьезных отношений, я не хочу перед ним раздвигать ноги, вот не хочу. Окей, друг, окей, пообщаемся, но я не представляю его в постели, вот нет. Ради проекта это делать не собираюсь. Я сюда пришла за любовью, за отношениями. Мое мнение очень даже объективное. Что значит объективное мнение? Я говорю то, что я чувствую, то, что я думаю. Если я не подхожу под какие-то шаблоны стандартные, блять, ну извините. Может, это их мнение не объективное, потому что оно стандартное и шаблонное. У меня ничего нет. Да, мне нужен мужик, это факт. Но мне нужен мужик никакой, знаешь, типа лишь бы попало. Ну, перед другим, который нравится. У меня нет глистов, я сгрызаю просто нарощенные ногти. Вези меня, олень, в мою страну оленью. Вези меня, олень, в мою страну тетерата. Съешь мои. Надо. А мне... У меня нет полотенца. Надо как-то его взять. Блин, вот так это в админке надо решать. Я не знаю, как это... Тихо, там близко. Это нужно как-то в админке как-то взять. Я даже не знаю. У меня своё полотенце просто. У меня своего полотенца мне забрали. Вези меня, олень. Мою страну оленью, водолей. Хотя... Как и сделаю. Иван, да, конечно. Всем привет. Вези меня, олень, в мою страну оленью. Вези меня, олень, в мою страну. Не хочу и фильтры включать. Сами включать свои ебаные долбанные фильтры. Если вас что-то... Если вам что-то есть скрывать, то мне скрывать нечего. Вот я, вот мое настоящее лицо с прыщами. И все. И радуйтесь этому. Мастер мне не может сделать ногти на руках, к сожалению. Уже запись. Потому что я с Яной не общалась так плотно, как девочки. Да, мужик мне нужен. Почему у вас забирают телефон? А чтобы мы эфир делали, чтобы не сидели в телефонах. Чтобы у вас обсуждение было.
чтобы мы общались друг с другом, а не с телефоном. Троих. Спасибо, Иван. Варочка, Селена. Я стерва, я Селена. Ну что, еще какого хрена модные очки? Что нужно сделать? Ты мокрая пойдешь, наверное? Слушай, да ты вообще можешь мне нанести краску тупо, я потом смою это в доме. Где? Ну, а там она с тоном уже будет, да? А ты подстрижешь мне волосы? Так можно все-таки смыть, посушить, подстричь. Это нужно полотенце. Так, все, я готова. Прям минуточку все. Да, я переспала со своим знакомым, потому что я его знаю 1.5 года. Он не живет здесь. Мне нужно было выдохнуть. Получилось это совершенно случайно. Ну вот так вот звезды сошлись. С Новиковым я не собираюсь спать. Я, ну как бы это просто тупо друг. Я его не расцениваю больше как-то. Самое, что интересно, когда пробую, не нравится. Когда мне пробуют, тоже не нравится. Вот я попробовала. Должанских я уже разоблачила. Их просто тупо не выгоняют с проекта. А меня хотят выгнать. Знаете, что самое интересное, обидно? Что с СССР должанских не хотят выгонять. А за то, что я не строю здесь отношения, потому что я не хочу здесь, лишь бы попала с кем общаться, меня хотят выгнать. Ну, блин, а что за бред? Ну, ладно, переживем. Нет, не нравится. А тебе в какой цвет краской просто? Ну, это как бы борьбой от волос. Так тоже корни почти, как все, кто его. Новенький приход такой себе. Я ожидала что-то больше от своего выбора. Все, сейчас каждый хомяк на вес золота. Не знаю. Не могу сказать, какую краску красить. Я только на весы встал. Ну давай. Завтра я. Тебе кофе сделал с молоком? Если можно, то я буду вообще... А можно мне кофе, пожалуйста, без молока? Клавочка. Я на видео заснял. Да? Спасибо, Зай. Прям прошелся так по волосам. Вообще кайфово, да, с таким? В порнуху пойду, да. Тебе с чем кофе, Селена? Зай, Юнь, просто без молока, мой хороший. Просто без молока. Просто? А сахара? Зарплата у меня меньше 100, ребята. О, слепила. Как зовут мастера, спрашивает? Нина. Нина? Почему ты не знаешь? Почему я не знаю? Отметь. Давайте ваши варианты ответа. Почему не знаю, почему мастера зовут Нина? Давайте устроим обсуждение. Селена, ты неуважительно подошла к подходу. Должна была знать мастера в лицо. Все потому, что ее... А это потому, что ты... Потому что ты... Знаешь, бывшего Нина, и давайте повстречаем бывший Нина. Да нет, просто я. Тебе пришел сладкий, слюнявый, второй толчки чистит. Господи, что? Память дырявая. У меня вообще на имена фиговая память, а вот на лица вообще отлично. Мне, чтобы нужно запомнить имя, мне нужно с человеком хотя бы неделю прожить.
Ну, то есть надо жить вместе. Да. Лина похожа чем-то на Рудакову. Наташу. Без понятия. Есть Рудова? Рудова. Нет. Ну ладно. Нина, которая не похожа на Рудову Наташу. Отлично. Что у тебя на лбу? Рот. Роттердам хочешь поехать? Привет, всем привет. Надо меньше бухать. Действительно, я тоже над этим задумываюсь. Но понимаю, что нет, надо бухать еще больше. Надо, но зачем? Как тебя затянули на проект? Шла я, шла. Кинули крючок. Я говорю, ну какой классный крючок. И как затянули, и все. Нина красивая. Да, согласна. Я помню Нину еще, когда она Камилу красила постоянно. Это пиздец, как было давно. Это пиздец, как было давно, говорит Нина. Кто оплачивает все эти процедуры красоты? Нина. Кошмар, Тереза, вы что забыли? Да, она говорит, типа, я хочу покрасить участника своего проекта Дом 2, вот вам деньги, пожалуйста. Пустите меня на перерыв. Такой же степени. Не спится, нет. Это правда, что тебя на проект пригласили? Да. Почему сотрудники таскали за волосы Науми? У Науми просто очень красивые волосы. Они хотели узнать... И они хотели понять, что за цвет волос. Посмотрите пародию у Моргенштерна. Почему? И все поймете. Если на тебе идет... Мат, поматерись. Окей. Ах ты, сука, блядь, дешевка, проститутка, прошмандовка, детский выродок, гондон. Нина, с вами так давно, ее нужно на проект уже. Нина, не хотите ли вы прийти, кстати, участницей? Я хотела детей сюда отдать. Просто на площадку. Ну, реально, бассейн, детские площадки, все дела не берут. Не берут. Смотрела сегодня выпуск Степа, грубо о тебе отнесся. Почему так? Незаслуженно. Степа вообще грубиян, он свою жену бьет беременную. Реально? Да, он ее нормально так это к полу прижал. Пипец, она не догоняет, насколько все серьезно. Селен, не хочешь стать блондинкой? Вот сейчас вот этим и занимается. Селен, не хочешь стать... Так, 4 минуты. Голова Елена. Головач Елена. Что головач Елена? Причем тут это, простите, мои 52 человека, 51. Смотрите эфир и узнайте, сколько парней оставили. Кого там стригут на заднем плане? Бреют. Клаву бреют. У нее пранк. У нее... Она, короче, с Максимом поспорила, что если она проиграет Максиму, ее бреют на голову. Она сейчас бреется на голову. Клава купила себе парик, чтобы не палить, что она побрилась на голову. На... ради Максима. А Селена на самом деле мужик, у нее хуй очень маленький, поэтому когда к ней приходят мужики, они не остаются. Ну да, потому что я... А еще Селена трансвестит. Да, это так. Отлично, отлично. Половина до половины сидим. Окей, я тебя там, походу, обросшую письку бреет. Да, обросшую письку и бреет. Именно так. Тут письки обрастают только так. Селена, так. Кто из пар сегодня снимался на свадьбе на миллион? Сосешь? Сосу. Так, Селен, нужен твой совет. Какой? Давай, ну-ка, Барзиков. Я тебя внимательно слушаю. Совет от Селены сейчас будет зашкварный. Давай. Пиши свою проблему. Я мастер советов просто. Все мои советы работают на ура. Клава, к свадьбе готовишься? Нет, они с Максом решили не жениться. У Клавы обнаружили шизофрению. Так, в смысле, она у меня с 9 лет. Сегодня Клава ёбнулась со стула. С двухметрового, блядь. Пизда тупая, блядь. Сегодня Клава, короче.
залезла на свадебном платье на двухметровый стул на барной и ёбнулась оттуда, блядь, вот дура. Ну, во-первых, не двухметровый, это стул где-то 1.42 м, наверное, так просто. Зая, нужно специально все приукрасить, чтобы был движ, подожди. Хочу приехать. Не надо. Походу, меня скоро отсюда выпрут. А почему вы ведете себя как обкурыши? Потому что мы курим здесь каждый день. Чтобы как-то справляться с этой ситуацией уже. Наяриваем. У Клавы фигура айс. Да она тощая, как доска. Куда? Каждый день. Почему Савкину не выпрут? Не знаю. Почему-то не выпирает ее. Спасибо большое, Сирина, еще четко. Ладно, потом погрызу ногти. Ебать, ты неухоженная, строишь из себя. Слушай, я пришла после, не знаю, съемочного дня, замотанная, блин. У меня, да, прыщи. И что? Хорошо, ладно, надену маску, окей. Вас это устроит? Вот теперь я ухоженная, все. Привыкли со своим... Какой? Да, предыдущий. Похудела на проекте? Да, похудела. Сейчас продолжаю худеть. Но сегодня съела несколько кусков этой мяса. А? Мясо влияет. Да? Прямо если даже много съешь? Если не немножко, я сейчас каждый день кожу жиром там. Вези меня, олень, страну мою оленью. У тебя пирсинг только на языке? Нет, у меня еще пирсинг на клиторе. Показать не могу.
Тухляк. У меня нет тухляка. Не врите. Так, какое у тебя наращивание? Горячее. Ты, кстати, по-моему, единственный, который отвечает на вопросы. Да, я единственный, который отвечает на вопросы. Все, и нет луны. Со мной весело, да? Со мной так, именно так, я именно так. Че? Смотри. Пишет чувак. Прелесть какая, изумительная, невероятная, Мася, Масечка, малышка, ты супер, зай, построю серьезные отношения, но это еще не самый весь прикол. Смотри. Я заходим и смотрим профиль этого чувака. Блять, что? Когда не можешь выбрать селфи. Бля, это на оригинале отвечаю. Давай покажем. Просто, ребят, Клаве пишет чувак. Смотрите. Это называется «Найди отличие». Так, сейчас, погодите. Ищем отличие. Блядь. Нашли отличие? Просто что и этим человеком правит? Просто заходишь к инстаграм парня, у него, смотри, когда не можешь выбрать... Нет, мне кажется, он просто вот так фоткается и думает, это не выбирается, а просто фоткается. Просто трэш. Бля, это кадр. Реально очень смешно. Угу. Ладно, ребят, пойду я.